Одесса, мама встречает в гостинице Иль де Камерон Хотел. Это недалеко от оперного театра, шикарная гостиница. Но вообще Одесса очень изменилась. Ну что ж, красивый солнечный день, тепло и пахнет весной. Пойдем посмотрим, что это за гостиница. Итак, входим, и слева находится бар, где можно выпить утром очень вкусный кофе. Доброе утро! Видите, уже сидят люди. Ну, а теперь давайте пройдем в ресторан. Так, ну, вы видите, все готово для утренней трапезы. Шведский стол состоит из разнообразных блюд. Идем дальше. Ну, кое-кто уже завтракает. Посмотрите, открывается в окнах чудесный вид на внутренний дворик. А теперь вид из самого внутреннего дворика. И обратите внимание, сразу заметна рука профессионального ландшафт-дизайнера. Перед нами корпус, где находятся номера. Внутренний дворик, он очень уютный. Здесь присутствуют и маленькие деревца, и фонарики, и деревянный настил. Ну, все выполнено со вкусом. Ну и вот, смотрите, здесь также есть место для курения. Вот оно. И хочу вам сказать, что везде настолько чисто, стерильно. Но самое интересное, что не видно, как и когда это все убирается. То есть отдыхающий себя чувствует абсолютно комфортно. Ну, а я двигаюсь к лифту, чтобы подняться в свой номер, на свой этаж. В этой небольшой, очень комфортной гостинице часто останавливаются влюбленные пары. Ну, а эта парочка с шарами-сердцами отправляется гулять по Дерибасовской, которая, кстати, находится всего в 5 минутах от Иль де Камерон Хотел. Вот так называется салон красоты, который находится справа от входа. Ну и спа. То есть здесь спа, это на первом этаже, еще будет внизу. Тут косметология, всякие крема, тут делают массажи, ухаживают за лицом, все очень красиво. Люди раздеваются, потом проходят туда. Ну вот еще девушка мне сказала, что на первом этаже будет тоже спа. Вот приходят, отдыхают, там кто-то за кем-то ухаживает, голову моет. Ну, прекрасно. Все очень чисто, красиво, уютно. Вот есть косметология. Она тоже относится именно тут вот, куда я заходила. Вот. Всякие кремчики, процедуры, массажи. Все это есть. На первом этаже девушка мне сказала, что скоро откроется тренажерный зал. Ну и такой хороший спа-салон. Но это будет скоро. Кстати, есть вот... Видите, аппаратные всякие процедуры, направленные на кожу лица и для фигуры. То есть аппаратные процедуры там по устранению целлюлита и так далее. Это уже сейчас все есть. Пам-пам-пам! Какой красивый холл! Боже, как все красиво оформлено! Какие замечательные цветы! Ресепшн. Здравствуйте. Добрый вечер. Ой, как у вас красиво. Как мне все нравится. Вы посмотрите, как преобразился внутренний дворик гостиницы в свете ночных фонарей. Атмосфера вечерней Одессы находится здесь и сейчас. Я счастлива, что я иду в свой теплый номер. Ведь рядом находятся гостиницы, совсем не отапливаемые в зимний период. А у меня в номере есть чай, кофе, шампанское, шоколад. Вот не знаю, что выберу. Угадайте и напишите свой вариант в комментариях. Вот так называется гостиница, в которой мы живем. Иль де Камерон Хотел. Именно эту гостиницу выбрал организатор нашей поездки.